Что такое компьютерная мышь? Как пользоваться электронной почтой и оплачивать услуги ЖКХ через интернет? Узнают сегодня ветераны города Кемерово. Здесь, на бесплатных курсах компьютерной грамотности, собралась первая группа будущих интернет-пользователей. Кто-то из них уже имеет начальные знания, а кто-то за компьютером впервые. Галина Константиновна, например, знакома с социальными сетями и умеет находить интересную ей информацию. Чему хочу научиться? Больше каким-то таким рабочим методикам, потому что сейчас, работая в Совете ветеранов, нам надо многое иметь именно с компьютером. У нас там множество всяческих списков, множество информации всякой. И нам, чтобы вот так облегчить нашу работу, знание компьютера необходимо. Ликбез.ком – проект Вячеслава Петрова, депутата Совета народных депутатов Кемеровской области. Для пенсионеров это прекрасная альтернатива платным компьютерным курсам, на которые просто не хватает денег. Мы планируем провести обучение довольно большого количества пенсионеров, как минимум 10 групп по 10 человек. Это на первоначальном этапе в Ленинском районе. После чего мы думаем сделать проект общегородским. Курс состоит из 8 занятий и научит пенсионеров работе с текстом, электронной почтой, соцсетями, скайпом и услугами электронного правительства. Ветеранов будут обучать студенты-добровольцы, а в заключении курсов, как всегда, экзамены. Галина, руководитель проекта, уверена, что освоить компьютерную грамоту желают многие. Вот самое главное, что радует нас, что у нас пенсионеры записаны еще на несколько месяцев вперед. То есть группа, у нас первая группа начинает заниматься, это 11 человек, это Совет ветеранов Ленинского района, это только 11, а записалось уже 26. Это не считая, что у нас есть еще Совет ветеранов Кемоволокно и так далее. То есть желающих очень много, что радует. Интернет – это такое место, где каждый может найти что-то свое. И для пенсионеров, которые часто находятся в некоторой изоляции, общение в сети может стать тем источником вдохновения, помогающим жить и не останавливаться. Антон Лимонов, Константин Червяков, новости моего города.